Секретарь украинского совбеза Данилов. Киев способен бить по территории России. США больше не требует не делать этого, пишет Таймс. Вашингтон просит лишь не атаковать российские семьи и конкретных лиц. Белый дом. Мы не поощряем подобные операции. Политика. США не решаются передать Украине дальние беспилотники «Риппер». Удар хаймарсами по Мелитополю. По данным Интерфакса, 2 погибших. Столтенберг. Все может перерасти в войну России и НАТО. Брюссель. Мы истощили военные запасы. Посол Украины в Германии. Берлин отправляет новое оружие. Медведев. Россия наращивает производство военной техники. МИД от Грузии требует открыть новый фронт. СБУ проводит обыски в 14 храмах Харьковской области. Националисты в Киеве требуют от прихожан петь гимн. 1,5 миллиона человек в Одессе полностью без электричества. Жителям советуют уезжать. Киев-водоканал рекомендует запасаться водой. Кулеба ожидает полного блэкаута по всей стране. Курские народные дружины будут тренироваться на площадках Вагнера. В Минске назвали совместную группировку на территории республики фактором сдерживания. Япония подумывает разместить гиперзвуковые ракеты рядом с Сахалином и Курилами. Кадыров пообещал отправить на СВО жителей Урус-Мартана, вступивших в конфликт с сотрудниками ГИБДД. Пригожин поручился и готов забрать обратно на фронт вагнеровца Николина, ранившего полицейского в Ростовской области. Эрдоган поговорил с Миллером про газовый хаб, а потом с Путиным и Зеленским. Зерновой коридор может быть расширен. Российский МИД подтвердил сдвиги, но призвал снять арест с продовольственных грузов в Латвии. В то же время Анкара поможет Киеву преодолеть зиму. Зеленский рассказал Байдену, половина энергетики страны уничтожена. Однако Киев готов к справедливому миру. Достигнута, цитата, сильной договоренности. Тем не менее, ни о каких территориальных уступках речи нет, дополняет Аль-Джазира. Блумберг утверждает, Моди уклонился от встречи с Путиным. Китайский МИД. Страна намерена перевести расчеты за арабскую нефть в юани. Через товарную биржу в Шанхае, уточнил Си Цзиньпин. Это удар по доллару, пишет инсайдер. Банк международных расчетов предупредил о черной дыре в 80 триллионов на рынке долларовых долговых обязательств. 12 стран Евросоюза хотят снизить предложенный потолок цены на газ и готовят новые санкции против Тегерана и Москвы за военное сотрудничество. В самом Иране казнен 2-й участник протестов. В стычках с полицией в Перу погибли 2. Сторонники смещенного президента Кастильо требуют новых выборов. Австралия и Япония договорились о более тесном военном сотрудничестве. На встречу в Токио австралийская делегация прибыла прямо из Вашингтона. Японские F-35 появятся на австралийских аэродромах. Австралийские впервые присоединятся к учениям «Хранитель Бусидо». Япония примет участие в маневрах на севере Австралии. Решено интегрировать оборонку двух стран. Не исключается вхождение Японии в антикитайский блок «Аукус». Обстановка на севере Косово резко обострилась. После задержания сербского полицейского началось возведение баррикад, затем спорадическая стрельба и взрывы. Вучич заявил, подача Приштиной заявки на вступление в ЕС нарушает Вашингтонские соглашения и попросил ввести войска KFOR. Приштина требует от них же убрать баррикады. Боррель присоединился и призвал сербов не трогать полицейскую миссию «Юлекс». «Газпром» установил рекорд по суточной прокачке в Китай. Объем валютных депозитов граждан упал до уровня 2008-го – 56 миллиардов долларов. Подорожание ЖКХ за последний месяц ощутила треть граждан. «Коммерсант», строительство второй очереди БАМа и Транссиба может быть оптимизировано. Санкции сказались на импорте норок для производства дорогих шуб, пишет РБК. Директор Госзнака допустил возвращение 5-рублевок. В подмосковной Балашихе пожар в торговом центре «Стройпарк» – 10 тысяч квадратов. Короткое замыкание. Буд поддержал СВО и вступил в ЛДПР. «Коммерсант» отмечает всплеск блокировок в Рунете. За неделю закрыт доступ почти к 15 тысячам ресурсов. В Госдуме предлагают слить все иноагентские статьи в одну. Добавить осуществление деятельности иноагента лицом, не включенным в реестр. Курская область до начала января запрещает продажу и запуск любых фейерверков.